Переговоры четверки в Париже. О чем договорился президент Зеленский и каковы основные итоги нормандской встречи? Полиция арестовала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Что уже известно? Импичмент Трампа от обвинений и интриг к голосованию в Сенате. Сильная гривна и низкий уровень инфляции. Чем обязаны? Долгожданная Киев Пост Тайгер Конференс состоялась. Чем запомнилось событие и какие перспективы развития инноваций открылись для украинцев? Об этих и других темах нового номера смотрите в Киев-Пост Ревью. В новом выпуске будет много материалов о Tiger Conference. Нам очень повезло, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов выступил спикером, и он был одним из трех министров, который должен был выступать. У нас был Михаил Федоров, и также должен был быть министр инфраструктуры Владислав Криклей, но в самый последний момент ему позвонил премьер-министр, и он должен был уехать. Кроме того, двум министрам вручали награды топ-30 до 30. Это были министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ему 28 лет, и министр образования и науки Анна Новосад, ей 29 лет. И в общем, в номере у нас будет материал про три панели, на которых обсуждали, как сделать Украину более инновационной. Мы напишем обо всех самых интересных моментах этого мероприятия, на которое пришло около 400 человек. Лично для меня одним из самых вдохновляющих моментов на церемонии топ-30 до 30 было то, что одна из победительниц, адвокат Ирина Шиба, которая занимается продвижением судебной реформы, выступила с речью, где сказала, что в свое время, когда она училась в школе, то изучала английский язык с помощью Киев-Пост. И это было очень приятно. И иногда, когда мы думаем, зачем мы так много работаем, вот такие моменты приносят чувство глубокого удовлетворения и понимания, зачем все это. Уже в восьмой раз одно из самых популярных англоязычных изданий «Киев-Пост» проводит в Украине международную Tiger Conference. В этом году центральной темой стали инновации и способы их внедрения в государстве, городах, бизнесе и быту. Всего было три панельных дискуссии – электронная демократия, будущее пищевой отрасли и внедрение инноваций в украинских реалиях настоящего и будущего. Инновации, они везде. По сути, когда мы говорим, что Украина должна внедрять больше инновационных каких-то подходов, мы говорим о том, что все сферы, от Укрпочты, от того, как они посылки принимают, до каких-то магистралей, по которым автомобили ездят из города в город. Вот это все можно и улучшить. Украинцы могут добиться экономического успеха страны, просто уважая себя, других и государства. Каждый может стать богатым, просто нужно подумать об идее. Такую мысль озвучил на Tiger Conference министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Мне кажется, Тимофей Милованов очень красноречивый спикер. Он сказал очень много важных вещей за 30 минут своего выступления, включая также пиратство в Украине, что является действительно очень большой проблемой. Люди здесь привыкли качать фильмы, слушать музыку, привыкли, в общем, воровать интеллектуальную собственность, за которую в других странах обычно платят деньги. В то же время Тимофей Сергеевич говорил, что все начинается вот у нас с головы. И, в принципе, он прав. Это мы качаем, там, например, ворованные фильмы какие-то из русских трекеров, там, торрент-трекеров. Это мы слушаем музыку нелегально, например, на каких-то сайтах. Это начинается с нас. Если мы это изменим, то, соответственно, и государство сможет как-то это лучше регулировать, если люди готовы. Поэтому я думаю, важную тему, которую он поднял, вот этот вот симбиоз между жителями страны и, собственно, государством, вот над этим нужно работать в будущем. Прекращение огня и обмен пленными все на всех. Об этом договорились 9 декабря в ходе встречи так называемой «Нормандской четверки», которая не собиралась с октября 2016 года. У нас был в Париже в тот момент наш специальный корреспондент. Мы знаем, что переговоры завершились умеренными результатами. Договорились об обмене и полном прекращении огня. В этом номере мы дадим читателям свой взгляд на то, как прошли переговоры в Париже. О чем договорились президенты Украины и России при посредничестве Германии и Франции?
что принесла нашей стране встреча в нормандском формате. Для чего она была необходима и чего ждать дальше? Ответы на эти вопросы искала журналист «Киевпост» Анна Миронюк. То, что произошло на этом саммите, то, чего удалось достигнуть и договориться, что важно, это обмен заложниками, обмен нашими политическими заключенными. Украина до конца месяца сможет вернуть домой 77 украинцев, по словам Зеленского 72, по словам Лутковской, члена украинской, от украинской стороны в Минской контактной группе, это 77. То есть это украинцы, которых сейчас содержат в тюрьмах Донецка и Луганска оккупированных. Вот они смогут вернуться домой до декабря. И потом этот обмен продолжится с Крымом аннексированным и с Россией. Мне кажется, это очень большой шаг вперед, и это важно, потому что некоторые украинцы содержатся в тюрьмах в оккупированном Донецке уже 5 лет, 5-6 лет. Это те украинские военные, которые попали в плен в самом-самом начале войны. И от этих людей нет ни единой весточки, мы не знаем, что с ними. Правозащитники не имеют доступа в оккупированный Донецк, и там ситуация намного хуже, чем в России или Крыму, потому что там правозащитники хотя бы имеют возможность либо доехать, либо узнать, либо отправить письмо и получить ответ, как, например, мы знали, что происходит с Сенцовым в России. То, что происходит в Донецке, в оккупированном Луганске, мы не имеем ни единого понятия. Эти люди там по 5-6 лет. Ситуация, которая разворачивается вокруг импичмента Дональда Трампа, также не ускользает от внимания журналистов «Киевпост». Из последнего, что мы узнали, Лев Парнас, который работал на Джулиани, адвоката Трампа, получил $1 млн от России, отдал одну половину суммы Джулиани, а вторую на независимую от компании Дональда Трампа организацию, которая поддерживала его предвыборную кампанию. То есть эти деньги были потрачены от России на избирательную кампанию Трампа людьми, которые его поддерживали. Это не просто попахивает коррупцией, а воняет ею. И сейчас республиканцы защищают Дональда Трампа, но, по моему мнению, они ставят Конституцию ниже Трампа, и мы в этом номере напишем сильную редакционную колонку на эту тему. И хочется упомянуть оскорбительную фотографию со встречи Трампа с министром Сергеем Лавровым, которая произошла на этой неделе. Это уже вторая встреча Лаврова с Трампом, при том, что президент Зеленский ни разу еще не удостоился встречи с Трампом. И от новостей политики к социальным инициативам. Команда газеты «Киевпост» запускает акцию, которая призвана помочь украинским школьникам в изучении английского языка. Поскольку одна из наших миссий – популяризация английского языка в Украине, мы запустили такую инициативу, и отныне любой человек может оплатить подписку на печатную версию газеты для любой украинской школы, и мы доставим ее туда. Потому что украинским школьникам, особенно в отдаленных местах, не хватает доступа к литературе на английском языке. Знание английского языка – это не просто хороший навык, это должно помочь Украине интегрироваться в остальной мир, и это то, в чем мы хотим помочь. Мы еще не начинали промоцию нашей инициативы, только запустили саму возможность, а люди уже покупают эти подписки. И поэтому мы думаем, что это будет популярно. И перейдем к рубрике «Lifestyle». В ней вы узнаете об украинцах, чьи таланты и достижения в бизнесе и гражданской сфере позволили им попасть в ежегодный рейтинг топ-30 до 30. И, конечно же, тема близящегося Нового года, где отпраздновать и как лучше провести зимние каникулы. О главных событиях в Украине и мире, а также свежую аналитику читайте в новом номере украинского англоязычного еженедельника «Киевпост». «Киевпост». Listen to Ukraine's Global Voice.